пообщались с хозяином машины. Сейчас, в общем, решили, что будем вытаскивать мотор, будем разбирать, смотреть. И после этого уже принимать решение о том, либо это будет капиталка, либо это будет все-таки замена двигателя на контрактный. Потому что пока непонятно, потому что, опять же, пообщавшись с матерыми дизелистами, они сказали, что поршень лучше все-таки, конечно, поменять, потому что удар был сильный. Так, тут мы отмыли прокладочку. Сейчас хочу сказать, что эта прокладка стоит оригинал или не оригинал, но OEM качество. То есть она вот с заводским номером идет. Прокладочку здесь, как оказалось, меняли. Предыдущий хозяин менял ее. Да? И вот эта прокладка, она идет вот по, как по заводской программе. То есть заводской номер выдает. Не B30, которая, а который заводской. Как вы можете видеть, герметик здесь уже маленько подотслоился. То есть не так уж и долго на самом деле оставалось, наверное, этой прокладке бегать. Вот. Потому что все-таки вот эти прокладки, они немножко другие. В 2013 году как раз, по-моему, была замена на вот этот B30 прокладки. И поэтому вот эти прокладки стали неактуальными. Вот сейчас я сверху на эту прокладку наложил B30, которая идет у нас. Вот этот индекс. Она немножко отличается все-таки у нас. Потому что, во-первых, по самой форме немножко отличается. Отличается тем, что, видите, вот эти части, где цилиндры, они не завальцованы. Не знаю, чем это связано было, но, в общем, короче, замена произошла, и здесь немножко другой формы у нас вот эти каналы. Сейчас я вот так вот положу. Вот эти каналы у нас немножко другой формы. Потом какие-то отверстия чуть больше на B30, вот на этой. Ну вот, как бы, пока это все по отличиям. Вот, B30 вот так вот, да, можно расслоить на три части. А вот эту прокладку так нельзя, потому что у нее вот здесь завальцованы цилиндры. По поводу роликов. Ролики стоят не оригинал. Вообще никаких маркировок нет, вот только вот здесь вот на самом ролике. Какая-то фигня, ролики уже изношены. Так, гул издают. Здесь тоже, черти что, а не ролик. Ну, все равно это все меняться будет. Также будем ставить континенталевский комплект. Уже себя зарекомендовали, поэтому будем работать с ними. Так, вот вы сняли самовар EGR. Сейчас я покажу, сколько в нем масла. Откуда оно там взялось в таких количествах, я пока не очень представляю. Поверьте, это не мы наливали, нет, это оно там было. Сейчас мы вот так вот поставим, дождемся слива, и я вам покажу потом, сколько его окончательно там было. В общем, вот по итогу мы посмотрели. Тут получается где-то порядка 100 грамм масла было в EGR. Откуда оно тут взялось, я говорю, мы так и не понимаем. Так, по мотору тут у нас уже все. То есть коробку мы открутили. Сейчас будем откручивать гидротрансформатор, подушки двигателя, домкратить коробку и вытаскивать двигатель. Так, ну что ж, мы головку разобрали. Как вы можете видеть, у нас ни одного живого клапана. Они все хоть немножко, но кривые. То есть загнуло все клапана. По направляющим. Ну, половина направляющих сошло со своих мест. Здесь мы видим раз, два, три. Три направляющих треснули. Ну и половина из них вылетела со своих посадочных мест. То есть головка на выброс, по большому счету. Так, вот мы вчера вечером вытащили двигатель уже. Сейчас я вам покажу по поршневой, да, у нас здесь. В принципе, все хорошо. Ход поршней минимален. Здесь также, вот видите,
набила клапан, клапаном точнее, да, и он чуть-чуть задевает за гильзу. Слава богу, что натереть это сильно не успела, то есть ничего страшного в этом нету. Здесь, естественно, сейчас, потому что поршень немножко расперт, у него не, ну, хода нету. Но можно и вот здесь посмотреть, здесь ход минимален, это просто уже подносились колечки. Сейчас я вам покажу на более живых цилиндрах это все. Вот. Вот он. Ну, ход прям совсем малюсенький. То есть это, в принципе, лечится заменой колец. Здесь вот от того, что поршень маленько подрасперла, небольшой, вот видите, небольшая проточка. Но вот это, опять же, я говорю, лечится все ханинговочкой. Потому что, ну, ничего страшного в этом, в общем-то, нету. Здесь, скорее всего, будем менять поршень вот этот. Ну и заодно поменяем вкладыши, кольца. И обновим ханинговочку. И все будет хорошо, в общем-то. Человек будет дальше ездить. Сейчас мы разбирать будем дальше, дальше дефектовать. Все это будет понятно нам уже в более такой форме. Так, вот теплообменничек сняли. И видим, что здесь уже кто-то бывал. Намазано так обильненько герметиком. Скорее всего, в свое время просто из-под теплообменника подтекало. Ну и, видимо, решили таким образом избавиться от этой течи масла. Ну, сейчас дальше будем разбирать, будем смотреть, что у нас тут. Так, сняли поддон первый. Видим, что здесь уже кто-то до нас бывал. Герметик черный. Тут вот осколок гидрокомпенсатора. Оп, улетел. Ну ладно, разбираем дальше. Так, сняли второй поддон. Здесь тоже все не на заводском герметике. Значит, в мотор уже лазили. Вопрос только зачем. Сейчас будем узнавать. Вот мы тут протерли штуны. И начинаем понимать, что походу сюда уже лазили. В поршневой что-то делали. Потому что на штунах вообще никаких маркировок нету. Даже если, блин, не долезаю. Здесь тоже. Там тоже нет, вот только сбоку, но это, по-моему, не заводская маркировка. Так, ну вот, мы все здесь разобрали. Здесь, в принципе, хон виден во всех цилиндрах. Все хорошо. Вот, смотрите, да, я поставил сейчас колечко. Одно из. Вот. А это у нас новенькое колечко лежит. Вот, сейчас покажу. Вот, смотрите. Берем щупы, да? Ну, допустим, вот 0,3. Вот не пролезает. 0,25. Вот. 0,25 у нас вошел. Теперь поехали здесь. 0,25 пролетел. 0,3 пролетел. Так, 0,35 пролетел, 0,4 пролетел, и сейчас где у меня тут, вот 0,45 тоже заходит. То есть я так понимаю, что и 0,5 щуп сюда войдет. То есть кольца уже изношены, надо менять. Вот он, видите, спокойно ходит. Кольца уже изношены, надо однозначно менять. По блоку, если хозяин сейчас решит, что мы будем восстанавливать этот двигатель, просто обновим ханинговочку и, собственно, все. Больше здесь делать ничего не надо будет. Так. Теперь коленвал. Вот у нас коленвал. Значит, ну вот, шейки все, в принципе, нормальные. Это все, вот эти пятна и прочее, это все убирается полировкой. Здесь вот небольшая такая бороздка, но, я говорю, это уберется полировкой. 100%. Единственное, что у нас от сальника здесь достаточно большая
получается проточка, она так руками ощущается. Но это на самом деле не критично. По клапанам вот. У нас тут все уже все разобрано. Седла клапанов. В общем, ну, как я и говорил, головка уже на выброс. Седла клапанов изуродованы. Некоторые со своих мест сошли, направляющие половины сломаны. Вот. Однозначно головку под замену, потому что мехобработка и восстановление этой головки будет стоить сильно дороже. Так, теперь вот мы извлекли поршня, вкладыши. Сразу скажу, вкладыши коленвала у нас не оригинал. Непонятно, чьи это вкладыши. И год изготовления у нас 13.10.01. Эти вкладыши. Эти 13.12.01. Но это не оригинальные вкладыши однозначно. Потому что оригинальные вкладыши выглядят по-другому, и маркировка у них другая. Сейчас я вам покажу. Вот. Вкладыши так уже тоже, конечно, поношенные. Вот. Это вкладыши у нас шатунные. Здесь вот один уже, видите, протерся до меди. Вот. Вот это оригинальные вкладыши. Год изготовления у них 14-й как раз. Вот. Это оригинальные вкладыши. То есть они стояли. То есть теперь мы поняли, зачем лазили в мотор, меняли коренные вкладыши. Кольца, полукольца точнее. Полукольца уже сильно изношенные. Прям вот прилично. Вот здесь вообще что-то набито, я не знаю, то ли их заколачивали туда, что ли. На вкладышах, кстати, на коренных, вот есть какие-то вот такие борозды непонятные. Ну и вообще они такие, если честно, вообще никакие. По поршням. Все-таки поршни оригинальные. Зря я так сначала высказался. Поршни оригинальные, эти поршня тоже оригинальные. Но кольца здесь уже заношенные. И видно, что кольца, вот то, что износ, как вы можете видеть, да, нагар вот этот вот, аж до маслосъемного кольца. Поэтому кольца точно менять надо. Вот у нас поршень с третьего цилиндра. Как раз вот это где набивка. Вот с этой стороны набивка. С этой стороны набивка, как вы можете видеть, да. Цилиндр главный не задран, это очень хорошо. То есть все хорошо. Я думаю, что если хозяин решится все-таки на восстановление этого двигателя, соберем, все будет хорошо, все будет замечательно. Ну и на этом, наверное, в нашем выпуске все. Дальше я вам расскажу, что у нас будет по решению с двигателем, что мы будем с ним делать.